Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу вам показать один очень простой, но очень классный фокус. Насколько я помню, этот фокус является самым первым в книге «Королевская дорога в карточную магию». Называется он «Пикник игрока в покер». Этот фокус очень прост, подойдет любому новичку, начинающему и так далее. Ну что ж, посмотрим. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, как выглядит этот фокус, который называется «Пикник игрока в покер». Предположим, что вы не старый, но уже опытный такой фокусник. Выходите к зрителям. И для этого фокуса вам потребуется выбрать одного зрителя, который будет непосредственно принимать участие в этом фокусе, будет иметь контакт с колодой. Предположим, что вы осматриваете всех своим взглядом и останавливаетесь на одном из них, на одном из зрителей. Вот ты, сынок. Подойди ко мне, подойди поближе, дай разглядеть тебя получше. Как тебя зовут, сынок? Ларри Дженкинс, сэр. Ларри? Откуда ты, сынок? Миннесотта, сэр. Миннесотта? Ларри, а ты в курсе, что у тебя лицо профессионального игрока в покер? Нет, что вы, сэр, я всего лишь обычный зритель. Обычный зритель? Ну что ж, Ларри, сейчас мы это проверим. Ларри, сейчас тебе нужно будет взять эту колоду и разделить ее примерно на 4 равные стопочки. Ты справишься, Ларри? Да, сэр, конечно. Ну что ж, держи. Ларри берет колоду и делит ее на 4 такие вот стопочки. Окей, Ларри. Теперь что тебе нужно будет сделать? Ты берешь каждую стопочку, отсчитываешь 3 карты, убираешь под низ колоды. И потом по одной карте добавляешь еще на каждую стопок. Ты готов, Ларри? Да, сэр, я готов. Ну что ж, держи. Ларри берет стопочку, 3 карты отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. Далее 3 отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. Снова 3 отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. И снова 3 отсчитывает вниз и по одной кладет наверх. Ну что ж, Ларри, мальчик мой, браво, ты справился. Я старался, сэр. Ну что же, Ларри, давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, хочу обратить ваше внимание на то, что я никаким образом не имел доступа к колоде. Колоду подрезал только Ларри. Ну что ж, посмотрим, что у нас вышло. Удивительным образом наш Ларри подснял именно на 4 тузах. Браво, Ларри, браво, сынок. Все-таки ты, наверное, коротаешь вечера в покер. Ну что же, друзья, если вам понравился этот фокус, обязательно комментируйте видео, ставьте лайки, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть призы. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то прямо сейчас подписывайтесь. Для этого достаточно кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на судно. Ну что ж, мы тем временем перейдем и посмотрим обучение этому элементарнейшему фокусу. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус, который называется «Пикник игрока в покер». Для начала этого фокуса вам нужна небольшая подготовка, а именно 4 тузов нужно поместить наверх колоды. То есть, если у вас есть время на подготовку, да, то, пожалуйста, положили и все, можно начинать фокус. Если же при этом присутствуют зрители, колода, к примеру, не ваша, то вам нужно вывести тузов сначала вниз, потом перевести их наверх. Как это можно сделать? То есть мы пролистываем колоду, якобы для проверки, да? Не покоцанная она там, не потрепанная, потрепанная, ладно, главное, чтобы целая была. То есть доходим до первого туза, там, ну, конечно же, в этот момент мы болтаем со зрителями, разводим карты, снова их сводим. Первого туза переместили вниз. Пролистываем далее, попадается второй туз, мы снова разводим карты большим пальцем левой руки. Я сдвигаю этого туза сюда, перемещаю их наверх, точнее перемещаю вниз, снова пролистываю, конечно же болтаю, снова его перемещаю вниз, задаю какие-нибудь вопросы, там, да, все в порядке с колодой. Что ж, дальше нам этих 4 тузов, которые у нас внизу, необходимо вывести наверх. Как это делается? Просто мы тасуем колоду. Когда карта остается чуть-чуть, мы переходим на пробежку. Помните прием такой, когда мы тасуем по одной карте? И вот, используя эту пробежку, мы их, собственно, все наверх и выводим. То есть, вот они у нас наверху. Все. Собственно, остается лишь чуть-чуть. Остается вам лишь объяснить зрителю, каким образом откладывать карты.
Итак, вы выбрали зрителя, он выходит. Вы просите поделить колоду на 4 стопки. Он, к примеру, делит колоду на 4 стопки. Обязательно запомните, куда он положит вот эту стопку с тузами, да, где тузы наверху. Возможно, он начнет с нее, да? Возможно, он начнет не с нее, а ей закончит, например, вот так вот. Вот они у меня здесь тузы. Итак, начинать надо с той стопки, которая была самой первой, да, а заканчивать той, которая с тузами. То есть для этого как бы мы берем сами берем стопку, вот эту первую, и объясняем зрителю то, что нам надо взять три карты, поместить их вниз и по одной добавить наверх. Зритель понял, окей, мы сами ему вручаем эту стопочку. Он берет и начинает раз, два, три под низ, по одной наверх. Ну, соответственно, по логике дальше он, скорее всего, возьмет эту стопку. Если он схватится, например, за эту, то скажите, что давайте пойдем по порядку, а эту стопку все-таки оставим на закуску. Итак, он берет следующую стопку, три карты под низ, по одной наверх. Далее, три карты под низ, по одной наверх. Берет последнюю стопку с тузами, три карты под низ. И вот они у нас тузы сейчас идут. И вот он по одному наверх раскладывает. То есть все разложилось. Мы обращаем внимание зрителя на то, что он сделал все сам, что колоду он сам поделил на 4 части. Вы к этой колоде даже и не прикасались. Ну что же, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Щелкаем пальцами, переворачиваем карту. Щелкаем пальцами, переворачиваем карту. Щелчок, перевернули. Щелчок, перевернули. Вот таким вот образом оказывается, что все наши карты — это 4 туза. Конечно же, мы сразу говорим, что зритель — профессиональный игрок в покер, потому что обычный человек не смог бы подрезать колоду на 4 тузах. Вот такой вот простенький фокус, который не требует никаких, собственно, навыков и умений. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте видео. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних новостей. И до встречи в следующих видео. Пока!